Мы приехали к Александре Васильевне на поселок Турдовский, которая тяжело больна. Она, у нее давно были, она вот полностью похудела. Сегодня мы приехали, привезли наш продуктовый набор благодаря моим друзьям и подписчикам. Здесь постоянно идут обстрелы, много раз сюда попадали снаряды, много раз пули попадали сюда. И сегодня вот мы приехали, проведали ее, чтобы поддержать ее, потому что очень трудно пожилым людям выжить. Да, за ней ухаживают родные, но обстановка остается очень тяжелой, и не всегда здесь выйдешь в магазин, потому что это практически конец, дальше Марьинка, и по дороге смерти, если идут обстрелы, даже за хлебом не выйдешь. И сегодня мы приехали, привезли вот здесь наш продуктовый набор, как всегда здесь ходит и курочка, и различные крупы, консервы, и сладкое там, печенье, конфеты. И спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы помогаете и людям, живущим на линии фронта, особенно детям, женщинам и старикам. Спасибо большое, низкий вам поклон.